Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской. Композиция называется «Вечность и время». Я не в силах тебя спасать. Музыка исполнения Самуила Фроморовича из цикла «Ожившая поэзия». Время шепчет, не смей летать, пожалей, не губи себя, я не в силах тебя спасать, но слежу за тобой, любя. Жаль, теряю порой контроль над пространством Париж сейчас. Разделю с тобой мед и соль, ведь в мирах, где мы слышим глаз. Жаль, теряю порой контроль над пространством Париж сейчас. Разделю с тобой мед и соль, ведь в мирах, где мой слышен глаз. Кто тебя защитит от грез, заставляя считать века? Я тащу тайных знаков вон, зажимая твой дух стиска, ползай в чувства, терпи, молчи, даже если душа горит, разум должен быть мудрый, чист, очень сложен духовный ритм. Ползай в чувства, терпи, молчи, даже если душа горит, разум должен быть мудрый, чист, очень сложен духовный ритм. Время можно понять, храня, учит нас выживать оно, и свой разум порой виня. Грустно ползем в мыслях, но время можно понять, храня, учит нас выживать оно, и свой разум провиня. Грустно ползай в мыслях, но вечность нежно целует в лоб. Будь собой, летай, твори, свет души не загонишь в гроб. У любви свой волшебный ритм, вечность нежно целует в лоб. Будь собой, летай, твори, свет души не загонишь в гроб. У любви свой волшебный ритм. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фромович. Музыкальная композиция «Экспромт. Вечность и время».
Я не в силах себя спасать, но стихи Светланы Шуманской, музыка исполнения самого